Сука, давно в танки не заходил. Чтобы узнать последние сплетни, открываем где сранки. Блять, одни баяны как всегда. О, а вот и годнота подкатила. Даже лайк ебем. Зарядился позитивом, пойду поиграю на шафте. Надо мотивирующую музыку, чтобы прям до дрожи. У главного шафтовода должны быть подходящие песни. Вот, заебись. Мама, почему я так плачу последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить. Все решено, мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать, можете злиться или беситься. Ну а я пошел гулять с Эдиком, с Яриком, с Мариком из третьего подъезда, с Коленькой, с Васенькой, с дядей Гришей. Песни про шафтовода. Мой братан, чё? Кого расхуярить? Знает всегда свою цель. Каждый день только наверх. Мой братан забирает всегда. На, сука. Ой, братан, у тебя нара есть. Прости. Вы не думайте, я не испугался. Просто он чмо донатное. О, вот ты послабже будешь. Ну-ка встань под прицел. Ай да я скилл на финт школьника взял. Мне срочно в киберспорт надо, чтобы меня чаще приглашали в видеоблоги, а то пиздец непопулярный. Тигр знает всегда свою цель, тигр, каждый день. Ай да я паркурщик, надо будет вставить 3D-эффект, и в операторы дорога открыта, а там глядишь и на помощника насосу. Тигр, на улицах знают, он не бежит от толпы отморозков, тигр, настолько фотогеничен, что вместо... Ай, шлюха, такой момент испортил. Мне бы за него дали 10 кристаллов в видео недели. О, смотрите, у вас по той же горе. Надо ему помочь. Лох и бучий, рачила криворукая, из-за тебя команда сливается. Нуб, годуэль, засал. Ты генерала льва уважаешь, да я авторитетный киберспортсмен, биатлоны делаю. Ой, блять, донат пришел. Надо сваливать. Да нет, я не испугался. Просто я его пожалел и оставил ему фраг. Ведь он криворука и хуйло, а я скилл.